Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, видео с гаджетами продолжается. У меня новый гаджет, поэтому буду делиться. Делюсь, потому что реально работает. У меня, вот видите, огромная куча срезанных веток, да? А часть у меня получилось попилить. А часть нужно было, конечно, для того, чтобы это все... Я это все сжигаю понемножечку в своем мангале, да? И у меня просто мой секатор... Ну, реально, мне тяжело уже секатором работать. Он у меня просто не на все справляется. А тут смотрите, какая красота, да? Хопа! Хоба. И вот смотрите, вот потолще, пожалуйста. Посмотрите, какая красота. Я сегодня вышла утром и думаю, о, за один раз, если где-то совсем толстая ветка, он реально не... Вот видите, какая толстая ветка, да? Ну, какой секатор здесь возьмет? Сейчас я вам, подождите. Какой секатор? Сейчас мы немножко вот здесь разрубим. Доползу до этой толстой ветки вам показать. Вот этот вроде как и пила, для пилы это уже проблемы, да? А вот для этого секатора, хоба, видите, какая толщина. Нормальненько. Вот, что еще? Ну-ка сейчас вот это попробуем. Ну, просто попробовать. Мне интересно. Нет, это не берет, это надо, наверное, пилой. Не хочет. Ну-ка. Слушайте, ну получилось. Я же настырная, я же всю попробовать должна. Вот этот хорошо отрубил. Здесь прям хороший такой этот спил. Да? Смотрите, какой. Вот. А это вот то, что мы с вами сейчас отпилили. Покажу вам, подождите. Ну, тоже нормальное, но не за один раз. Ну, так несколько раз. Никакой секатор такой обычный бы так бы не взял, правда? А мне вот это вот нужно делать все помельче, просто порубить. И я потом это все в тачечку, аккуратненько, культур-мультур, и отвезу свой этот, в беседку свою, и в мангале все сожгу. У меня не будет открытого огня, да, то, чего у нас запрещено сейчас делать, потому что, ну, вообще, я не знаю, как у вас. У нас, например, запрещено разводить открытый огонь. А если это культурно, то, конечно, можно. Вот. Представляете? Поэтому для девочек это прекрасное подспорье. Пальчиком легко надавили, да? И вот так вот раз. Чего я раньше такую штуку не купила? Я на самом деле была скептически к ней относилась. Я думаю, ну вот как-то вот это все несерьезно. А, ребят, работает. Прям реально работает. У меня вот эти вот еще ветки, видите? Это я уже с утра все начерикала. Попробовала. Прежде чем вам рекламировать, я, конечно, это все попробовала. И все так, настолько все прям вот аккуратненько. О, прям работает штука. И вот. Так что, если есть возможность, есть желание, то покупайте. Сейчас я еще хотела... Вот тут у меня веточка сухая. Вот тут отрезать. Хоба. Вот это тоже веточка сухая. Сейчас мы ее тоже попробуем. Опа, смотрите, как, с какой легкостью все произошло. Да. Так что вот, новый вам гаджет. Прорекламировала. Для девочек. Ну, может быть, и для мужчин тоже. Потому что секаторы, они на самом деле и тупятся, и...
Не, даже не секатор вот это все берет, а у меня был есть сучкорез. И тут даже и им очень тяжело это все рукой сдавливать. А это прям вообще заходит. Ну что, дорогие мои, всем хороших выходных. Будет новый гаджет, будет новое видео. А пока, пока. И немножко дополнение. Это что у нас тут? У нас тут, похоже, уже дележ территории происходит. Похоже, драка назревает. И это не коты, это девочки. Девочки, вы что? Ну вы что, девочки? Или вы не девочки? Ой, боже мой, как вздохнула. Что это такое-то? Назревает драка. Может, не будем драться, а? Давайте все разойдемся. Угу. Давайте, вы туда. Угу. Да-да-да-да-да. Да. Вот. А этот кто-то уже убежал. Все. Сидим, любуемся природой, созерцаем, да, думаем о прекрасном. Мне тут драк не нужно. Все. Предотвратили. Слава Богу. Всем хороших выходных. Пока-пока.